I give him all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. Как развить взрывную силу для увеличения вертикального прыжка и стартового ускорения? Самым лучшим методом для развития истинной взрывной силы являются концентрические прыжки или концентрические сокращения. Данный вариант выполнения этих упражнений заключается в том, что мы используем только лишь позитивную фазу, без помощи негативной фазы, которая существенно помогает нам в обычных прыжках, беге или других атлетических движениях. Давайте посмотрим, как она выполняется. Для выполнения концентрических прыжков вы должны найти какую-либо тумбу, возвышение, стул, которое будет находиться примерно на высоте вашего колена или чуть ниже. Вы садитесь на это возвышение, полностью расслабляете мышцы ног, заряжаетесь. Из этого положения должны совершить максимально высокий прыжок, ну или максимально длинный, все зависит от ваших целей. Данная техника выполнения упражнений будет строить поистине настоящую чудовищную взрывную силу без помощи режима сокращения растяжения, то бишь плиометрики. Хочешь получать больше полезной информации по вертикальному прыжку и атлетизму? Подписывайся на мой канал, вступай в мою группу ВКонтакте, ставь лайк этому видео. Всем пока!